Всем привет! Это маленькое видео про Safar 5000 TL с модулем Wi-Fi. Вот так он выглядит изнутри. От себя хочу добавить: очень качественная плата, много электролитов, полноразмерный и полноценный фильтр по высоковольтной стороне, как по входу есть защита, так и по выходу. Достаточно много стоит фильтрующих элементов. Агрегат работает обязательно с заземлением. Также у данного инвертора можно обратить, что плата желтая. Такая, знаете, зеленый фон, желтый отлив. Это говорит о том, что плата покрыта лаком. Данный инвертор имеет защиту IP65. Водонепроницаемый. Подходит для наружного применения. Снабжен модулем Wi-Fi. Модулем под SD-карточку собирает данные, подключение к компьютеру посредством кабеля RS-485, подключение к компьютеру либо смартфону при помощи Wi-Fi модуля, обновление прошивки при помощи Wi-Fi модуля, соответственно, настройка ПО, обновление прошивки происходит без участия человека. Но для того, чтобы это все заработало, соответственно, нужно его сначала настроить. В принципе, сделан весьма недурно. И на этом я прощаюсь с вами. Вот такие вот внутренности.